Как оцениваешь выступление Факела на турнире? Могли лучше или... Могли лучше, конечно, да. С Волгарем, да, немножко нам не повезло, как бы в серии пенальти, но это лотерея. Я не забил как раз пенальти этот. Будем работать, чтобы в следующий раз без пенальти обходилось. Ага. Павел Пантелеевич ставил задачу прямо в каждом матче вырывать или, скажем, были какие-то такие тренировочные задачи? Понятно. Нет, тренировочек не было. У каждой команды все время хочется играть на победу, правильно, как бы, и проигрывать никто не собирался, как бы. Ну, получилось так, то, что Волгарю уступили. Будем в чемпионате наверстать. Ну, вообще такая оценка твоего турнира, нужен он, не нужен? Нужен, конечно, это очень хороший турнир, да, спасибо всем, кто, ну, кто организовал турнир, как бы, и, ну, большое им спасибо.